На конкурс дети читают стихи labyrinth.ru. Ремненкова Дарья, 4 года, город Орел. Самуил Маршак, декабре. Декабре, все деревья серебри. Нашу речку, словно сказки, за ночь вымести мороз. А мне был коньки, стал ласки, елка леса принес. Елка плакала сначала, а домашняя ночь была. Утром плакать перестала, что дышала, ожила. Чудо жатые иголки, да, а ниже, как по лестнице по елке, а коньки сбегают вместе. Плещет золото в лопушке, наверное, ужасов, набежавши на макушке. Самый смелый огонек. Год прошел, день теразный, на два слова в этот час. Сушика Москвы башни, на салют 12 раз.